Большая стройка развернулась в этом году в 800-м квартале Благовещенска. Здесь обустроили сразу несколько участков улиц. По Муравьёва, Амурского, Зеленой, Шафира проложили почти 2 километра асфальтированных дорог. Для пешеходов и пассажиров предусмотрели автобусные остановки и тротуары. На перекрестках появились светофоры. Местные жители оценили масштаб ремонта. Говорят, такого благоустройства ждали давно. И тут же, чтобы не упустить момент, рассказали губернатору, что еще нужно отремонтировать. Конец вот улицы строители там просто не закончили в этом году. А там проблемная дорога, там, там колдобины после дождя, потому что там гравийка. Но он пообещал сделать это все на следующий год, а может быть и в этом году сделать. Добрались дорожники и до района сплавконторы. Почти 1,5 километра трассы отремонтировали по улице Пограничной. Здесь людей беспокоили потопы, которые случались после дождей. Ливневки не справлялись с водой. Специалисты очистили кюветы, уложили водопропускные трубы. На данном участке сюда очень много лет не заходили. Мы с 2014 года приступили. В этом году сделали асфальтобетонное покрытие, остановки. Благоустроили полностью дорогу, освещение сделали. В порядок привели и подъезд к таможне. Дорожные строители отремонтировали почти километр улицы Чайковского от Краснофлотской до Зейской. По новеньким тротуарам прошел и губернатор и заметил недочеты. Рядом с домами прикрытые железными пластинами люки. Ну и сделали бы здесь, травку посадили, парничок закатали бы, две урны поставили, все порядок, правильно? Другая улица. А в этом и так и будет брошено. Вот такого делать нельзя. В целом же местные жители ремонтом остались довольны. С учетом того, что приходилось ходить в детский сад вот здесь неподалеку, обходить приходилось за квартал, наверное, потому что лужи по колено, и машины летят, никто же не останавливается. Сейчас очень красиво, очень аккуратно, луж нет, замечательно просто. Оценили горожане и ремонт улицы Театральной от Октябрьской до Горького. Здесь 0,5 километра асфальта, широкие тротуары, а на перекрестке Театральной и Красноармейской установили светофор. На сплавконторе были. Большой участок, почти 2 километра дороги сделали. Но есть небольшие шероховатости, там 10 метров плитки не доложили. Ну, вроде немножечко, но надо сделать. Вот, допустим, сегодня хорошая работа была проделана, улица Чайковского, до таможни въезд. Но у нас есть еще улица Краснофлотская, тоже въезд. Вроде как с другой стороной граничим и до сих пор не сделан. Это в план 2018 года люди попросили, и обязательно этот участок будет вставлен. Ремонт дорог сейчас ведется во всем Приамурье. В план включили проблемные участки, на которые ранее обращали внимание жители области во время работы открытого правительства в городах и районах. Благовещенцы свои жалобы и предложения могут оставлять на официальном сайте администрации. Марьяна Геворкян, Ирина Кобзарь, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение.